Міжнародний музичний фестиваль «Золотий шлягер» пройде у Могильові з 24 по 29 кастричника. Амаль тиждень на концертних пляцовках обласного центра будуть гучати шлягери минулих год. Білети у продажі. За проведение фестиваля «Золотый шлягер» отказывает Могилевская областная филармония. Кажут, программа затверджена. Хутко распочнется деталевая подрыхтовка до организации концертных пляцовок, выполнения техничных умов и райдера узорок. А зорок все лето обещают шмат, как белорусских, российских, так и замежных. Чекается, что у гости завитают Ирина Понаровская, Татьяна Осиенко, Михаил Муромов, гурты «Синяя птица», «Песняры» и шмат инших. Будет интересный совместный концерт с ведомыми итальянскими выконавцами. Оркестр имени Иванова, наш филармонический, готовит в этом году в программу «Шлягера» концертную программу с участием итальянских, известных итальянских исполнителей. Также в этой концертной программе примут участие артисты из Башкортостана, Россия, наши белорусские исполнители. И все это в сопровождении оркестра имени Леонида Иванова. Это будут знаменитые итальянские мелодии, мелодии из фильмов, мелодии всеми любимые. Это будут какие-то интерпретации народного оркестра известных всем русских песен, белорусских песен. Подарить добрый шлягерский настрой организаторы плануют максимальной колькости могилевчан и гостей города. Тому, кроме великих программ урочистого открытия и закрытия фесту, подрыхтовали ретро-дискотеку у сквера 40-годия перемоги. Тут уваход свободный, а билеты на иншие концерты уже у продажи. На различные концерты стоимость разная, от 20 и выше. Но вот самое востребованное торжественное открытие, стоимость билетов от 50 до 90 рублей. Люди соскучились по концертам, по фестивалю, и в данный момент с каждым днем продается все больше и больше. Сейчас уже какой-то процент раскуплен. Но билеты еще есть. Приходите в кассу филармонии Первомайская 10, либо можно купить посредством интернет-сервиса. Алена Милюшанкова, Денис Жавина, новини региона.